Мужчина рассказал, что переходил железнодорожное полотно, когда неожиданно на его пути возникли эти двое. Молодые люди, не церемонясь, потребовали отдать все, что есть. А для пущей убедительности даже ударили. Они свалили, он мне в черной куртке руку заломал, нож в горло, говорит, сейчас я тебе горло проткну. Вот. И говорит, а тот у меня по карману, говорит, или я тебе сейчас все... Ну, тот, правда, говорит, это в джемпере, он говорит... Да не надо, убери нож, говорит, это криминал. Убедившись, что нажиться на этом прохожим им не удастся, грабители схватили все, что было в карманах потерпевшего, и бросились на утек. Мужчина, оклемавшись, сразу же обратился в полицию. Налетчиков задержали в районе все той же улицы Волгоградской. Что-то внятно пояснить парни не смогли. Что у вас в карманах находится? Какие запрещенные предметы? А вон, спроси. У меня нет никаких. У меня есть. Что у вас? Ножик, телефон. А что, чьи это вещи, ножик и телефон? А вот который рядом стоит. Чтобы не придумывали молодые люди, отвечать за содеянное им все же придется. Потерпевший их опознал, а полицейские уже завели уголовное дело.